Я хотел бы обсудить вопросы, которые, возможно, у Лидии Михайловны есть перед началом наиболее острого периода регистрации и агитации будущих кандидатов в президенты. Мы всегда рассматривали проблемы, которые нам придется решать, и вопросы оказания помощи Центральной избирательной комиссии. Лидия Михайловна всего-то на постоянной основе. На постоянной основе два человека. Я и секретарь. И секретарь, да. Да, точно. Ну и 7 человек аппарата. Да. Ну, ясно, что два ответственных работника выборы никак не организуют, особенно с точки зрения технической. Поэтому администрация президента и управление делами всегда оказывали поддержку необходимую, которую ЦИК запросит. Притом делать надо это аккуратно, чтобы ни нас, ни Лидию Михайловну не упрекали, что она использует какой-то административный ресурс и ресурс президента, тоже кандидата, возможно, в президенты. Все, что ЦИК попросит, мы должны оказать эту поддержку. С точки зрения финансирования, я понимаю, вопросов нет и быть не может. Ну, как всегда, мы оказывали поддержку и по средствам связи, и доставки людей там, и на местах участковые комиссии работают, надо поддержать, чтобы предприятия их поддержали, и так далее, всеми необходимыми вопросами. Это главный вопрос, который мы должны сегодня обсудить.